Закавыка вещь серьезная, но закавыки разными бывают. Я на лыжах, кстати, лыжи импортные. Горнолыжник экстра-класса. На Айпетре наконец-то меня выманили. Я на лыжах, подо мною трасса. Разъяснили мне, как делать поворот, как на пятку вверх вписаться в поворот. Позабыли только разъяснить, как быть, если безнадежно понесет. Но рискую я, ведь мы не шиты лыком. Страшновато, правда, вот чем закавыка. Все ко мне подходят, прям подталкивают, мол, давай, брат, вниз, летишь, как птица. Ты, мол, главное, надо делать тыкай палками. Но ни слова, как не расшибиться. Понесло, хотел левый поворот, тыкал палками, но вывернуть не смог. Плугом рыл и носом, словно кров. А сказать точнее, как носорог. А лететь, представьте, можно даже шиком. Приземляться больно, вот чем закавыка. Лыжами стреножен, ноги скованные, как быка, на бойню тянет тросом. Но на кой мне номера эти рискованные? На дружков поглядываю косо. Грудь ударил, словно воздух, знать пошел. Вновь выходят ноги на падение круг. Я на четвереньки бы лучше перешел. Да вот нет крепления для рук. Как орел лечу без клёкота, без скрипка. Вверх когтями, правда, вот чем закавыка. А к насмешкам, правда, не привычный я. Но упорно вверх лечёт подъемник. И считать не стану синяков и шишек я. Потерплю, потом друзьям припомню. Нет, с насмешниками мне не по пути. Вон, говорят, глянь, на лыжах ты стоишь. Но пусть попробуют, как и я, с горы прийти. На минуту с лишним раньше лыж. Но лететь, представьте, можно даже шиком. Приземляться больно, вот чем закавыка. Спасибо.